Привет, Княженцев. Тони Княженцев. Обязательно подписываемся и вливаемся в ряды княженцев. Холландия. Я как считаю, одно из лучших пивасиков. Холодечек мамин. Вдвойне приятный холодечек от того, что он мамин. И от этого он еще вкуснее. Жирок весь верхний счищаем. Счищаем в дальнейшем его на картошечку. Можем резать на кусочки, но можем не резать, в принципе. Значение не имеет, он от этого вкус его не меняется, холодца. Мясо. Тут очень много мяса. Офигенно. В это непростое время, вы все знаете, что говорил у нас коронавирус, нам надо с вами посидеть дома, беречь себя, своих родных, своих знакомых, своих любимых. Соблюдаем правила дезинфекции, носим маски, соблюдаем предписания врачей. У нас на сейчасшний момент 129 человек. Область наша составляет 1 100 000 человек. Вот этот вот холодечек очень вкусно употреблять, если есть водочка или хренок, но с горчицей тоже неплохо. Всегда считался именно русским деликатесом, что ли сказать. Брали такой, знаете, ведерочко эмалированное. Покупали на рынке мясо. Мясо, могли курочку купить. Обязательно брали рульку, ножку говяжью, ножку свиную. Это обязательно, чтобы холодец загустел. И никакого ни в коем случае желать лаврушечки, перчику, такого черного горошка. И вот, значит, холодечек у нас варился. И получался в итоге вот такой вот вкусный. Три бутылки влезло. Это вообще ни о чем. Я что-то, наверное, преувеличил свои таланты. Мои таланты не сочетаются с моими возможностями. Вот. Три бутылки и еще чуть-чуть. И все. И сил уже больше нет. Допьем. Допьем четвертую бутылочку. Очень хорошо. Ладно, наверное, надо пойти прилечь, а то уже подкатывает. Вы, значит, ставите лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на меня и пишите, не забывайте в комментариях, что вам сказал область, пишите число зараженных, будет очень интересно почитать. Все, всем до новых встреч, всем пока.